Когда вам задают вопрос об оккупации, почему вы прямо не ответите, что никакой оккупации не было, даже не пахнет оккупацией? Если подойти к этому вопросу с точки зрения юриспруденции, никакой оккупации здесь нет. Есть самопровозглашение республики, и Россия признала их независимость. Это абсолютно другой статус юридический. Оккупация совершенно другой статус. Если Россия оккупировала территории, вот то, что у нас есть на сегодня, это называется оккупацией, то тогда выходит, что американцы оккупировали Косово, европейцы тоже вместе с ними.